Привет, мои сладкие, привет, мои хорошие детки. Сегодня с вами снова я, Тигр и Надя, и не только. Сегодня у нас совместное видео с Владой Коногорской. Здесь я оставлю ссылку на ее канал. Это потрясающая девочка, очень талантливая, очень креативная. Она делает очень красивые, качественные и вдохновляющие видео. Я просто ее обожаю. И мы с ней переписываемся письмами. И в основном она делает фолдеры и mail art, и всегда это смотрится очень красиво, очень вдохновляет, и она делает просто потрясающие волшебные работы. Вот. И сегодня мы договорились, что сделаем совместные видеоролики на тему фолдеров. И всю остальную информацию я расскажу в конце видеоролика, поэтому давайте просто начнем, и вы увидите, как я создавала вот это. И поехали! Don't you wait on
folder получился и конвертик. Давайте посмотрим сначала конвертик поближе. Я сделала его на такой вот голубой бумаге. Да, она очень приятная, очень тоненькая. Это бумага для принтера. Вот, она двухсторонняя. Здесь она более гладкая. А изнутри она более светлая и более такая мягкая. На ней очень хорошо шариковые ручки пишут. Я решила ничего такого сильного, яркого не делать. Просто подобрала вырезку, похожую по оттенкам. Все в таком бирюзово-голубом свете. Сделала кружевную салфетку на задний фон и окошко для адреса. Вот, и решила не перегружать ничем. Ни скотчами, ни камушками, ни даже вторым окошком для адреса. Я просто сзади сделаю свой адрес, а переднюю часть конверта оставлю такой. Сам фолдер я планировала делать чисто под мумитроллей, но потом подумала, что пусть это будет просто на тему нежности, детства, чего-то приятного, чего-то такого невинного, легкого. Вот, и поэтому просто все по оттенкам близкое подбирала. Например, вот такой вот у меня стикер был с клевером. Здесь такая божья коровка нарисована. Я к нему подобрала вот такой вот скотч. Он тоже зеленовато-мятный, в горошек. Вот. И к этому горошку хорошо подходят вот эти жемчужинки, как вы видите. Тоже я решила их так приклеить. Кружевная салфетка. Здесь кружевной скотч скрепляет вот этот скотч, чтобы он не отклеился. Вот. И, в принципе, все так получилось очень нежно, очень мило. А сзади просто ничего. Вот эта вот бумага, которую я подобрала. Здесь дыроколом сделала два сердечка таких. Просто для интереса. И давайте посмотрим, что внутри. Изнутри у нас все выглядит вот так. Вот такой мой рисунок. Такой вот медвежонок с письмом и любовью. Да, здесь идет письмо. Я не буду говорить кому. Поэтому пусть оно останется здесь. И давайте посмотрим сам фолдер изнутри. Я сделала распечатки на глянцевом картоне с мумитроллями. Их здесь очень много. Вот, они все очень качественные. Я сама их вырезала, сама подбирала. Вот, и я не буду вытаскивать, пусть они здесь лежат, чтобы было сюрпризом то, что есть там внутри. Потом сделала конвертик из остатка бумаги. Здесь тоже дыроколом такое окошечко кружевное. Просто написала мумики. Решила больше ничего не добавлять. Вот такой здесь скотч ленточкой. Здесь просто бабочку прикрепила. Вот он скотч, который закрепляет с двух сторон эти страницы. Затем из розовых остатков бумаги сделала конвертик. Не очень ровный, конечно, но в принципе нормально смотрится. И здесь такой кружевной тоже скотч розовый, чтобы хоть как-то просто заполнить пустоту. Приклеил сюда остаток распечаток, вот такой вот с мумитроллем тоже. И опять сделал вот такой вот конвертик, клапан, точнее, не заклеенный. Просто прячется под картинку, чтобы было удобно открывать. Вот, и здесь у нас мелочи для души. Сюда я положила чай, положила стразы, положила разные наклейки, как объемные, так и простые. Разные темы. Вот. Надеюсь, что понравится получателю и пригодится для творчества, для души. Ну, не понравится, потом человек пусть просто передарит кому-нибудь. Мне не жалко. Вот. Так что вот такой вот нежный набор. Вместе с конвертиком смотрится очень даже ничего. Вот. Надеюсь, вам понравилось. Надеюсь, эта идея была вам интересна. Обязательно забегайте на канал Влады, потому что мы делали это видео совместно. И она делает просто потрясающие видеоролики, просто потрясающие фолдеры и письма. Я просто восхищаюсь очень ее работами. Они невероятные, они волшебные. Вот, я уверена, что ее видео вышло еще круче, чем мое. Вот, поэтому забегайте к ней, смотрите, восхищайтесь, вдохновляйтесь, наслаждайтесь.
И всех люблю, целую, обнимаю. До новых встреч. Пока-пока.